С 1 июля изменятся тарифы на коммунальные услуги. Об этом сообщила председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Ушакова. Какие изменения ожидают жители Подмосковья? Узнаем в следующем сюжете. В среднем по области рост платы за коммунальные услуги произойдет на 4%. Так, согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, применяются ограничения к общей плате, в которую входит оплата холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, тепло-, электро- и газоснабжения. Однако рост цен за содержание жилья не учитывается. Таким образом, услуги за водоснабжение и водоотведение подорожают на 3,8%. Тепловая энергия на 3,6%, газоснабжение подорожает на 3,4%. И дороже всего обойдется электроснабжение – это 5%. Отмечу, предельный же индекс роста цен может составить не больше 6%. Мария Антонова, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.